кстати, не показал движок на каскаде. Сейчас глянем движочек на каскаде, прикольно посмотреть. Сейчас глянем. Откроем и посмотрим движок на каскаде. Сейчас он трудно открывается. Пока откроешь. Вот. Здесь движок у нас Detroit DD15. Не знаю, что и сказать, ребята. Я вообще здесь ничего не могу разобрать толком. Ну как, могу, конечно, но так непривычно. Вот осушитель стоит, вижу. Топливный фильтр. Бачок с рулевой. Колонка рулевая, тут понятно. Вон тут антифриз слева заливается. Сверху стоит фильтр. Куча трубочек, шлангочек, не знаю. Это похоже топливные фильтры или на масло, даже не знаю. Тут проверяется масло. Ну капец, короче, DD15 это серьезный мотор. Очень интересно покататься на нем. Я ни разу не ездил. Вот как он смотрится с вот этой вот стороны. Огромный фильтр. Сюда заливается моечка. Фен здоровенный. Радиатор. Такие железяки, чтобы тянуть трак. Ну, бомбезно, конечно, вот DD15. Вон он, EGR кулер стоит, EGR тут где-то. Вот это, кажется. Да. На прошлый Detroit он вообще не похож, ребят. Вообще. Вот такой вот мотор Каскадии. Вот она, Каскадия. Мы в ней сидели в салоне, а на вот это зеленое я решил показать мотор. Закрываем. Так. Что-то здесь нужно сделать, чтобы он закрылся. Только не пойму, что. Наверное, есть какой-то секретный ключик. Странно. Вроде ничего нету. А, да. Просто надо было сильнее надавить. Заржавель. Фредди.